Вообще в жизни самое-самое важное – это то, с чем ты умрешь. Кем бы ты ни являлся, боец ты, там, уборщик ты где-то, или инженер, разницы нету, ты преподаешь там, начальных классов в школе. Любой человек, каждый человек зарабатывает по-своему, и у каждого человека есть профессия. Но у всех она одна, один конец, одна яма. У всех одна яма. Так что для меня самое важное, с чем я уйду. С чем я уйду? Спросит меня Господь, выиграл я Конора или нет? Конечно, не спросит. Ему это не интересно. Он меня спросит другие, что ты говорил, что ты делал. За все я буду отвечать. Вот это для меня самое важное. Всегда папа, да, и про маму-то забывает. Я, наверное, хотел бы сказать, что маму-то я люблю больше, чем папу. Маму я люблю больше, чем папу, только, пожалуйста, папе не говорите.